Я приветствую вас на канале Узоры по петельно. С вами я, Ирина Ягодинская. Сегодня я хочу предложить вам связать вот этот замечательный узор. Посмотрите, полюбуйтесь, оцените красоту и великолепие этого узора. Очень оригинально получается край узора. Связав этот узор, нам уже не нужно будет вязать ни резиночку, ни какую другую планочку. Узор сам себя завершает. Прекрасно будет смотреться такой край на рукаве и на снизу полочек спинки и переда. Я, увидев этот узор, буквально влюбилась в него. Связала образец. И сейчас хочу предложить связать этот узор вам. Узор вяжется удивительно легко. Раппорт узора в высоту всего-навсего 3 лицевых ряда. Но на схеме изображены и лицевые, и изнаночные ряды. Сейчас я покажу схему, и мы с вами свяжем этот узор по петельну. Перед вами схема узора. Что же мы видим на схеме? Давайте разберем. Раппорт узора, то есть постоянно повторяющаяся часть узора в ряду, состоит из 12 петель. В этом узоре нет дополнительных петель нету петель симметрии, поэтому для того чтобы связать этот узор нам нужно набрать такое число петель в наборном ряду, которое будет делиться на двенадцать и прибавить только две кромочные петли. Кромочные петли в узоре никогда не участвуют. Они живут своей жизнью, формируя кромку нашего изделия. Что бы мы ни вязали от шарфа до кардигана, разницы нет. Кромочные петли нужны только для того, чтобы сформировать кромку полотна. Давайте разберемся, что мы видим на схеме. Вот какой-то ряд. Это ряд нулевой. Базовый, можно сказать. Набрав нужное количество петель для вывязывания изделия или просто образца, мы в обязательном порядке провяжем вот этот базовый ряд. В узор он не входит. Базовый ряд в узор не входит, но он необходим при вывязывании этого узора набрав нужное количество петель мы один один единственный раз провяжем все петли лицевыми от первой до последней петли сколько бы мы не набрали мы провяжем лицевыми развернем нашу работу окажемся на изнаночной стороне и вот уже тогда начнем вязать нашу схему с первого ряда. Забудем об этом ряду, больше мы его вязать не будем. То есть мы начнем вывязывать узор как бы с изнаночной стороны. На схеме два цвета. Посмотрите внимательно. Красный цвет и черный. Красным цветом я выделила лицевые ряды. Черным цветом я выделила изнаночные ряды. Также это видно и по нумерации. Смотрите, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Раппорт узора в высоту всего 6 рядов вместе с изнаночными и лицевыми. Почему на этой схеме есть изнаночные ряды? Потому что все лицевые ряды вяжутся только лицевой петлей. А вот в изнаночном ряду, Часть петель мы провяжем изнаночными петлями, а часть петель опять-таки лицевыми. И чтобы мы не путались, я на схеме это нарисовала, где какие петли мы вяжем с изнаночной стороны. Еще раз напомню вам, чтобы не забыли, я здесь тоже написала, красный цвет это лицевой ряд, а синий цвет это изнаночный ряд. Вертикальные черточки – это лицевые петли. Горизонтальные – они есть только в изнаночных рядах. Это изнаночные петли. Нолики – это накиды. Мы их будем делать только в лицевом ряду. Есть вот такой интересный элемент. Это крестик. Внизу крестика написана цифра 8, а вверху двоечка. Что это значит? Это значит, что мы должны провязать вместе 8 петель. Но вывязать из этих 8 петель мы должны не одну петлю, а две. Делается это очень просто. Я покажу, и мы вместе с вами свяжем вот этот элемент, как и весь узор. Но сейчас объяснять не буду, потому что это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот, собственно говоря, и все. Провязав шестой ряд изнаночный. Мы развернем нашу работу, выйдем на лицевую сторону и уже следующий ряд мы начнем вязать с первого лицевого ряда по схеме. Узор вяжется очень быстро, очень просто. Никаких запоминается очень легко, никаких сложностей нет, а выглядит просто великолепно. Сейчас я свяжу вот именно эту схему. Да, и простите еще один момент: раппорт узора это для начинающих. Раппорт узора 12 петель. Внимание, 12 петель. Не спрашивайте меня, почему в первом ряду посчитал какие-то э, черточки, вы скажете: у, у тебя же здесь 14. 14 получится, и этот вопрос уже поднимался, я уже раз объясняла, 14 получится, потому что мы в первом ряду прибавим 2 накида. 12 у нас петель из наборного ряда плюс 2 накида, и поэтому кажется, что их 14. Не путайтесь, смотрите внимательно в схему, и все получится. Еще один момент клеточки, в которых нет никаких обозначений, как видите, они на схеме присутствуют, во внимание не принимаются, они просто игнорируются. То есть мы вяжем только то, что видим в клеточке. Есть одна лицевая, вяжем, есть накид, вяжем, нету ничего, пропускаем, нас это интересует, вяжем только то, что нарисовано. Эти клеточки нужны для того, чтобы можно было схемя... схематично или схематически изобразить схему узора. Иначе ее не нарисуешь. Вот этих вот клеточек просто в вязании нет. Я сейчас свяжу образец из двух рапортов. Наберу два раза по 12 петель. Это 24 петли. Прибавлю по одной с одной стороны и одной с другой стороны две петли кромочные и того это будет 26 петель я уже набрала 26 петель Провязала один, внимание, не забывайте, базовый ряд, то есть набрал 26 петель, я провязала один ряд лицевыми петлями от начала до конца. Просто ряд лицевых петель. Теперь разворачиваю работу: смотрю в схему и начинаю вязать узор вот уже с этой изнаночной стороны. Первый ряд узора. Смотрим схему и вяжем кромочную, снимаем ее не провязанной. Одна петля лицевая, накид. Дальше две клеточки пустые. Мы их просто игнорируем. Вяжем только в те клеточки, в которых что-то нарисовано. А нарисовано у нас дальше десять вертикальных черточек. Значит, десять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Накид. 2 петли лицевые 1 2 еще один накид и еще 10 лицевых 2 3 4 5 6 7 8 9 10 накид 1 петля лицевая кромочную петлю провязываем изнаночной мы провязали первый ряд по схеме Разворачиваем нашу работу. Изнаночная сторона на схеме. Изнаночная сторона нарисована синей, синим цветом. Смотрим схему и вяжем то, что у нас во втором ряду. А во втором ряду кромочную снимаем не провязанной. Две петли изнаночные. Раз петля, накид провязываем изнаночной. А дальше 10 лицевых петель 1 лицевая 2 лицевая 3 4 5 6 7 8 9 10 накид провязываем изнаночной петлей изнаночная еще 2 изнаночные то и накид провязываем изнаночной петлей смотрим схему дальше 10 петель лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 2 петли изнаночные накид провязываем изнаночной кромочная тоже изнаночной мы провязали второй ряд он был изнаночным и на схеме он нарисован темным цветом. Третий ряд узора. Третий ряд это лицевой ряд. Кромочную снимаем не провязанной. Две петли лицевые, накид и 10 петель лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 10 в лицевых рядах у нас все петли лицевые накид раз лицевая 2 лицевая простите 3 лицевая 4 лицевая накид 10 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 накид Одна лицевая, вторая лицевая, кромочная, изнаночная. Мы провязали лицевой ряд. Вот как выглядит наша работа. Разворачиваем нашу работу, вяжем изнаночный ряд. Кромочную снимаем не провязанной 3 петли изнаночные. 10 петель лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, изнаночная. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И опять-таки десять лицевых. Раз, два, три. 4. Как видите, узор совершенно простой, никаких сложностей нету. Даже если бы хотелось запутаться, то вряд ли получится. 3 петли изнаночные. Смотрим схему, и никаких ошибок мы не допустим. Разворачиваем нашу работу. Мы развернули нашу работу на лицевую сторону. Вот как сейчас выглядит наш узор пятый ряд узора лицевая сторона внимание кромочную снимаем не провязанной 3 петли лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 накид и еще одна лицевая сейчас мы будем вязать вот тот загадочный крестик у которого снизу написано цифра 8 а сверху 2 нам нужно провязать вместе 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 вот они 8 вводим спицу 8 петель не вяжите очень туго чтобы вам не сложно было провязать этот момент старайтесь вязать петли довольно таки не то чтобы совсем уже слабо, но умеренной плотности. Не нужно очень туго затягивать, собственно говоря, любой узор. Мы подхватываем ниточку и протягиваем ее через все 8 петель. Если вы вяжете не очень туго, то сделать это не составит никакой сложности. Не затягивайте очень туго вязание. Протянули ниточку через все 8 петель, и 8 этих петель снимаем с левой спицы. Петлю, которую мы протянули, возвращаем на левую спицу, и в эту петлю провязываем еще одну. Получается вот такой вот замочек. Здесь у нас есть маленькая дырочка или отверстие, кому как нравится. В это отверстие мы вводим спицу и вытягиваем еще одну петлю. Вот это как раз то обозначение, которое есть на схеме. Мы провязали 8 петель вместе, и у нас на спице не одна получилась петля, а 2. Одна петля лицевая, дальше по схеме накид: 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая, 6 лицевая, накид и еще 1 петля лицевая. Смотрите на схему: не путайтесь. Опять 8 петель нам нужно провязать вместе. 4, и 4, вот они наши 8 петель. Вводим спицу сквозь все петли. Протягиваем сквозь эти петли ниточку. Это сделать несложно. Не вяжите очень туго и никаких проблем вот с этим протягиванием у вас не будет. Протянули и снимаем все 8 петель с левой спицы. Вот она наша протянутая петля. Мы ее возвращаем на левую спицу и в эту петлю провязываем еще одну петлю. Вот такой вот замочек у нас, закрепочка. Здесь есть дырочка, вот она маленькая. Мы вводим в эту дырочку спицу и протягиваем еще одну петлю. Мы провязали вместе 8 петель, и у нас на спице на правой не одна, а две петли. Одна петля лицевая, дальше по схеме накид и раз, два, три лицевые, кромочную, конечно же, изнаночной. Вот мы с вами провязали этот загадочный элемент. Шестой ряд, он изнаночный, нарисован на схеме темным цветом. В этом шестом ряду весь ряд, все петли с изнаночной стороны изнаночные. Мы ни о чем не беспокоимся, ни о чем не думаем. Набираем себе разгон и пробегаем весь ряд изнаночными петлями. Неважно, что нам по дороге здесь попадается. Накиды, две наши петли, которые мы провязали из восьми. Мы себе не спеша, мы никуда не торопимся, мы учимся получать удовольствие от процесса вязания тогда и результат будет быстрее, и работа будет не трудной, не сложной, не утомительной. Провязали. Разворачиваем нашу работу и любуемся. Вот она наша красота. Вот эти вот волны, они очень хорошо определятся, и после того, как вы его немножечко отпарите, этот узор, не утюжить ни в коем случае, просто поддержать над узором утюжок, чтобы немножечко обдать пряжу, узор э, паром. И будет, он и так хорошо прогибается, волну дает. Вот это мы провязали с вами один рапорт в высоту, два рапорта в ряду и один рапорт в высоту. Посмотрите, какая красота. Разве это не великолепно? вот этот узор на зелененьких ниточках прекрасный превосходный вот на голубых как видите сложности никакой справиться даже начинающий вязальщик который умеет вязать лицевую и изнаночную петлю собственно говоря в вязании их только две и есть хочу еще кое-что сказать это важно Узор очень красивый, просто сногсшибательный. Но есть одно но. Конечно, опытные вязальщицы уже понимают, что этот узор можно связать этим узором или этот узор можно применить в изделиях прямо, э, господи, прямоугольной формы. Забыла как как по-русски прямоугольной формы. То есть, если мы хотим связать палантин. Если мы хотим связать юбочку прямую, длинную, летнюю, пенал, юбочку пенал, вот такую вот прямую, этот узор как нельзя лучше подойдет. Даже можно немножечко юбочку к низу и расширить за счет того, что вот здесь вот, добавить петли но это уже для людей которые имеют опыт вязания для начинающих лучше связать прямую юбочку под резиночку этот узор можно связать джемпер но конечно в точной рукав вот этим узором связать будет очень трудно даже если вывязывать головку вточного рукава, либо же пройму, то она будет связана ступенечками, поскольку вот этот здесь 8 петель, и если понемножечку сокращать, этот узор уже не сохранится. Будут либо края лицевыми петлями провязанными, это может выглядеть некрасиво. Поэтому лучше связать прямоугольник, который будет один из прямоугольников будет спинка, другой прямоугольник это будет перед, и два прямоугольничка это рукава, длинные, короткие или трехчетвертные. Это уже на ваш вкус. И горловина. Этим узором можно связать горловину ступенечкой, закрывая. Обвязать ее крючком, это тоже будет выглядеть очень оригинально и интересно. А можно связать просто лодочку. Что такое лодочка это когда вдоль параллельно линии плеча вяжется небольшое углубление можно даже не вязать углубление а просто спинку связать чуть длиннее чем перед и за счет того за счет такого, такой хитрости получится росточек на спине а по переду узор немножечко опустится самостоятельно и будет такая небольшая-небольшая лодочка от плеча до плеча. Он так и называется, этот вырез лодочка. Можно этим узором связать жилет, длинный жилет, красивый, э, пройму, можно связать э, даже квадратную, потом немножечко ее закруглить, облагородить резиночкой или же пройти крючком. А можно и оставить квадратный. Такой вариант тоже вполне приемлем. Узор потрясающе красивый. Я влюбилась в этот узор, как только его увидела. Связала, посмотрела, что схема примитивная, простая, запоминается сразу. Выглядит роскошно, применение ему я обязательно найду. Думаю, что если вы также цените красоту, как и я, то вы тоже придумаете, где его использовать. Вот эта пряжа у меня это полухлопок, это джинс. Я игрушки вяжу этим полухлопком, крючком. В 50, в 50 граммах 160 метров. Прекрасная пряжа для летних изделий. Даже вот этот узор выглядит этими ниточками замечательно. Можно связать э, джемпер из какой-то тонкой, но ворсистой, пушистой пряжи, какой-нибудь кедмахер. Или какую-то взять ангору, которая хорошо держит форму. Ниточки есть и мягкие, и более такие упругие. Вот из упругих из упруги будет очень хорошо это тут рассмотреться. Несмотря на то, что ниточка будет уникально тонкая, как кедмахер. Но спицы нужно брать где-то четверочку. И это будет удивительно красивый ажур, воздушный и просто потрясающе красивый. Возьмите и попробуйте. Вам понравится, точно так же, как и мне. Я в восторге от этого узора. Дарю вам эту схему, дарю вам этот мастер-класс. Приглашаю вас ко мне на канал. Зайдите, походите. Там много чего интересного. Там все узоры, которые там на канале, там больше 150 узоров. Каждый из этих узоров имеет свою схему. И каждый узор я вяжу попетельно. Можете присоединяться и вязать вместе со мной. Заходите, будем вязать. Ну что ж, мои дорогие, до встречи. Ваша Ирина.